Господи, нет, я не могу пошевелиться. Он исчез. Пожалуйста, не надо, он идет за мной. Пожалуйста, не надо. Всем привет, ребята, с вами снова я, Королева Мистики. А это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Но Дима не знает, что мы сейчас будем снимать. Кстати, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. И сейчас для него будет шоком. Ставьте лайки, давайте соберем на этом видео 10 тысяч лайков. И прямо сейчас три ваших самых крутых комментария. Раз, два, три. Пиши свои комментарии ниже под этим видео, и ты попадешь в мой ролик и будешь таким же популярным, как и я. Ну что, Дим, ты готов узнать видео, которое я приготовила что, для тебя? Что ты будешь? Это не... Ну, попробуй догадаться. Это не пранк, и это не челлендж. Короче говоря, Дима очень-очень такой трусливый человек. Ну и я, конечно, не такая бесстрашная, как вам кажется. Просто я тоже всего боюсь, но мне жутко интересно пробовать и экспериментировать разные такие мистические вещи, заказывать всяких страшных кукол, даркнет, ходить по заброшкам, вызывать духов. Но Дима боится в два раза больше, чем я. Если ты тоже такой пугливый, то напиши ниже в комментариях, что Ира реально страшно. Короче, не буду я вас больше томить. Дима, слушай внимательно. Сейчас мы будем смотреть Scary Movie. Это что? Это означает, что мы будем смотреть прямо сейчас страшный фильм. Он реально жуткий, и ты его еще не видел. Хотя этот фильм вышел достаточно-таки давно. Ну что, ты согласен посмотреть со мной Скари фильм? Какой фильм? Страшный фильм про Слендермена. Что это, Слендермен? Слендермен, да, Слендермен есть такой жуткий человек, он безликий, и говорят, что его создал русский вирус, Russian вирус, представляешь, то есть русские создали Слендермена как тайного агента, который ходит и заражает всех своим зомби-вирусом, типа, короче говоря, если ты увидишь Слендермена, и он, допустим, до тебя дотронется или что-то, то ты будешь заражен смертельным вирусом. Сначала ты превратишься типа в зомби, а потом вообще наступит game over. Короче говоря, жуткий страшный фильм, который мы прямо сейчас вместе с нашими подписчиками пойдем и посмотрим. Но суть не только в этом. Это кино мы будем смотреть в дьявольский час, то есть в 3 часа ночи. 3 AM челлендж говорит о том, что после просмотра этого жуткого, ужасного фильма про этого Слендермена, безликого белого такого чувака в черном костюме, после просмотра этого кино может произойти все что угодно, страшные какие-то вещи или еще что-то, я не знаю, куча просто всего. И мы прямо сейчас отправимся смотреть этот фильм в наш мини-домашний кинотеатр. Воу-воу-воу-воу, стой, мы забыли самое главное, идем. Конечно, как может быть просмотр фильма без нашего любимого попкорна? Попкорн, ребята, супер. По-моему, он сырный, чиз попкорн. Какой попкорн любите вы, напишите ниже в комментариях. Это сырный попкорн, обязательно нужно его попробовать. Дим, ты любишь попкорн? Попробуй. Куда так много, мне оставь. Да, я не жадная, просто я люблю попкорн, и мне еще смотреть фильм. Очень страшно, я когда страшно, лучше что-нибудь зизжевать, что-нибудь кидать себе в рот, типа попкорна или печеньки каких-нибудь. Так что я вам тоже советую прямо сейчас заварить себе чаечек и какие-нибудь печенюшки взять, чтобы посмотреть это кино прямо вместе со мной. Ну а мы начинаем, друзья. Так, жутко, конечно. Но дело в том, что это кино, оно идет приблизительно где-то 2 часа, поэтому мы будем сейчас смотреть отрывками те моменты, которые мне посоветовали, порекомендовали. Дело в том, что на одном из американских каналов парни тоже решились посмотреть этот фильм в 3 часа ночи, и там творилась полная жесть, друзья, короче говоря. Посмотрим, что будет у нас, как действует этот русский Слендермен с вирусом на русских, как говорится. Я же русская. Я же Раша. Я же Раша.
круто получилось так. Погнали, друзья. Мы запускаем кино «Слендермен» 3 часа ночи. Так, в итоге сейчас мы немножечко мотнем, потому что тут титры. Так, ну начинается, значит, про девчонки тут. Ага. Ну, как всегда, слушай, они в каком-то колледже, как у них там колледж. Девчонки симпатичные, мальчишки симпатичные. Короче, типа школьники. И она предлагает, типа, вечеринку какую-то замутить, что ли. Я так поняла по смыслу. Так, хорошо, и они собираются все дома у одной из девчонок. Так, вот они все собираются. Для того, чтобы посмотреть, что ли, этот ролик, какой-то специальный ролик про Слендермена. Так, сейчас, погодите. Специально существует ролик про Слендермена, типа какого-то обряда, типа какая-то видеозапись. И после ее просмотра, ну, типа, что-то должно происходить. Вот они собрались. О, жесть. Господи. У них русская водка на столе. То есть для того, чтобы смотреть Слендермен, должна быть там русская водка. Кошмар какой-то, я не знаю еще. Ну, короче, ладно, это их дела. Воу. Слушай, погодите, там что-то какой-то сейчас был шум, но они еще ничего не смотрели, потому что это только начало фильма. Друзья, если вы смотрели фильм Слендермена, то посмотрите, но если вам уже есть там 18, что ли, там какие-то ограничения, потому что он реально жуткий, и ни в коем случае не смотрите его в 3 часа ночи, потому что неизвестно, что будет. Давай погромче сделаем. О! Что там они говорят? Так, погоди. Что-то там кто-то стучит. Кто-то типа прикалывается. Так, ладно, давайте перемотаем на обряд. Так, стоп. Вот что-то интересное. А она про него рассказывает. Погоди, сейчас я мотну назад. Рассказывай. Ты нам вешаешь тут лапшу, а сама всей душой рвешься на их мальчишников. А, то есть они отдельно. Девчонки, мальчишник, девичник. Ух ты. И сейчас она хочет рассказать. Вообще, они все эти ночи идут к тому в гараж. Ага. Вызывает слышали? Кошмарик? Из-за которого подростки пропадают. А что же я о нем не слышала? Из-за него подростки пропадают, из-за этого Слендермена по фильму, короче. Жутко. Короче, ребята пошли в гараж вызывать Слендермена. Смотри. По некоторым рассказам, они ищут магический дар, от которого жертва становится неспособна противостоять его зову. И приходят к нему сами. Его происхождение и мотивы неизвестны. Известно ли, что он... Тихо, подождите. Черт, ребята, мне выписали таймлайны, которые мне нужно посмотреть. Но такого я точно не ожидала. Я не видела этого фильма. И, пожалуй, мне достаточно страшно смотреть его прямо сейчас, 3 часа ночи, вместе с вами. Но у меня возникла одна идея. Я бы была, если бы я не провела вместе с ними и не призвала Слендермена вместе смотреть фильм. Никто не знает, кого выбирает Слендермена, почему. Тех, которых он не убил, они лишаются покоя. А он вдруг как появится? Ага, то есть они прямо сейчас хотят посмотреть это кино, после просмотра которого он придет за одной из них, а возможно и за всеми. Возможно, и за всеми придут. То есть у них стоит кино. Они выключают свет, друзья, прямо как сейчас мы. Мы смотрим без света. Там все, они запустили. Кто услышит трижды звон, примет его приглашение. Воу, трижды должно позвонить, друзья, трижды. Черт. Так, тихо. Погоди, включи мне свет, я не могу. Я боюсь. Нет, включи. Так, нужно закрыть. Короче, с закрытыми глазами нужно все это делать. Первый звук, второй звук. И потом идет картинка. Слушай, они решаются или нет? Почему у них глаза открыты? Или нужно закрывать глаза после того, как будет первый звонок? Жесть, ребята, посмотрите. Вот эта картинка. Черт, Слендермен что, обитает в лесу?
Офигеть, вот это жуть! Мама дорогая, обалдеть! Ребят, мне реально страшно! Мне реально страшно смотреть этот фильм в 3 часа ночи. Смотрите, и этим девочкам, походу, тоже страшно. Они что-то видят там. Дим, ты что-нибудь видишь? Я ничего не вижу. Вот они закрыли глаза. Погоди, все, мы услышали первый звук. Ребята, прямо сейчас все вместе закрываем глаза. Второй звук. Тихо. Дим, закрывай глаза, я не могу смотреть. Два звука было, два. Третий. Можно открывать уже глаза? Да включи ты свет, я боюсь в конце концов! Тихо. Так, три звонка было, друзья, короче говоря. Да, мы призвали Слендермена. Мама! Черт! Черт, как страшно, блин! Ребята, у меня реально мурашки. Что они смотрят? Что они видят в своих глазах? Что это показывает? Я не понимаю, это какой-то набор... Очень-очень много страшных каких-то картинок. Блин, ребята, короче, мы прямо сейчас вместе с вами призвали Слендермена. Просто мы посмотрели те же самые картинки и услышали трижды звон. Так, ладно, давайте посмотрим, что будет происходить с ними дальше. Жесть. Так, погодите. По сути, он должен за ними прийти. Или нет? По сути, он должен за ними прийти. Они все легли спать. Погодите, нужно отмотать на тот момент. Погодите, она где-то проснулась в другом месте. То есть она заснула дома, а проснулась в лесу. О, господи, нет, не может быть, что за ней придет Слендермен. Или ей это снится, я не понимаю, друзья. Я вижу какую-то фигуру, кто-то к ней приближается, господи, вы видели? Это какой-то кошмар, как будто из живота выросли какие-то ветки. Господи, это кошмар, им снится кошмар. Это все не по-настоящему, господи, ради бога. Пусть это все будет не по-настоящему. Посмотри, что происходит. Черт! Ей это приснилось. Фух, слава богу, ей это просто приснилось. С ней ничего не случилось. Его нет. Я думала, реально Слендермен придет, но это просто был сон. Иногда такое бывает, когда ты смотришь фильмы ужасов, и потом тебе это снится. Реально такое, ну, происходит. Вот я часто замечала, или, например, мне снится то, о чем я думаю. Ладно, давайте посмотрим. Это было ведь только начало фильма. Они только призвали Слендермена. Давайте посмотрим. Так, еще какой-то страшный момент. Лай собаки. Что происходит? Она реально боится. И мне реально за нее страшно. Я реально за нее переживаю, друзья. Я не верю, что Слендермен появится. Пусть он будет только во снах, но это хотя бы нереально. Во снах нереально причинить какую-то... Что это? Что это там? Она что-то увидела. Я не увидела то, что она увидела, друзья. Ребят, я не увидела, что она увидела. Что там было? Неужели там реально был Слендермен? Господи, это... За ней кто-то поднимается. Посмотрите, за ней кто-то поднимается. Черт. Им что-то кажется. Возможно, им почудилось что-то. Я не знаю. Он практически всех этих девочек убил. И сейчас он пришел за ней. Посмотрите просто на это. Это реальный Слендермен. Посмотрите, какие у него пальцы. Он пришел за ней. Что он делает? Он поселил в ее глазах ужас. Ребята, я просто больше не могу. Посмотрите на его лицо. О, господи, что он с ней сделал? Он обезличил ее, она теперь ничего не видит. Она лишилась лица. Господи, что это? Вы видите? Она лишилась лица. Я больше не могу это смотреть, друзья. Я думаю, что достаточно. Я просто выключу это. Что это было? Дим? Дим, ты прикалываешься? Это ты стучал? Нет. Я не стучал. Я вот и рядом. Ты кого-то ждешь? Нет. По-моему, кто-то в дверь стучал. Ты реально никого не ждешь? Нет, никого не жду. Тогда кто это пришел? Я не знаю, надо провериться. Вот иди теперь сам и проверяй. Дай камеру сюда. Ребят, кто-то стучал в дверь. Сейчас Дима проверит, короче. Я не знаю, что происходит. Кто-то прямо сейчас постучался в дверь.
Дим! Черт, ребята, я не знаю, что делать. Ребят, Дима ушел проверять, кто там стучался. Черт. Что это? Что это? Я ничего не вижу. Но в камере я вижу Слендермена. Черт, этого просто не может быть. Черт, его, наверное, можно только видеть через камеру. Господи. О, Господи, нет. Черт. Дима! Дима! О, Господи, нет. Я не могу пошевелиться. Я не могу пошевелиться. Что происходит? Не трогай меня! Не трогай меня! Не трогай меня! Отпусти меня! Отпусти! Убирайся! Прошу тебя, убирайся! Он исчез. Я просто, я не могу шевелиться. У меня то ноги, то руки отказывают, то голос. Он что-то делает со мной. Он исчез. Друзья, я не знаю, что происходит, но походу Слендермен здесь. Он что-то сделал с Димой там в коридоре. Он где-то здесь. Мне реально страшно, Господи. Я не знаю, что делать. Мне нужно куда-то спрятаться. Ой, звук! Он идет за мной! Он идет за мной! Нет, пожалуйста, не надо! Он идет за мной! Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, убирайся! Убирайся! Уходи! Пожалуйста, уходи! Нет, нет, пожалуйста! Убирайся! Нет, пожалуйста! Помогите! Помогите! Господи! Черт, все болит. Почему на моей руке кровь? Камера. Я что, все до сих пор снимаю? О, черт. Что произошло? А мне что? Меня что, вырубило? Мне снился страшный сон, мне приснился Слендермен. Меня как-то вырубило. Дим! Черт, почему у меня на руке кровь? Я вроде... Дима! Дим! А! Черт! Дима! Ребят! Дим, что произошло? Черт! Здесь бита. Она в крови. Неужели я ударила Диму? Черт, я этого не помню нифига. Дим! Дим! Дима! Дима! Вставай! Ты в порядке? Дим, вставай! О, черт. Дим! Прости! Походу, я тебя ударила. Держи камеру. Как ударил? Я ничего не помню. Я? Блин, тебе не больно? У тебя на виске кровь. Нет. Слушай, походу, смотри. Черт. После просмотра, ты помнишь, мы смотрели фильм про Слендермена? Какой фильм? Я ничего не помню. Что случилось? Ты вышел в коридор и пропал. Я вообще ничего не помню, походу. Здесь был Слендермен. Я не знаю, это был сон или это реально было, происходило здесь. Черт, у меня голова. Мне кажется, что это я тебя ударила. Прости, но я ничего не помню. Мне кажется, мной кто-то управлял. Господи, черт. Ребята, это реально сумасшедшее видео, никогда не смотрите. Слендермен в 3 часа ночи, а с вами была я, королева мистики, пора заканчивать. Не забывайте нажимать колокольчик и уведомления, чтобы не пропускать мои новые видео такого же формата, если вам нравятся страшилки. До новых встреч, всем пока!